Это было у него в руке. Смерть наступила мгновенно, между 3 и 4 часами утра. Сам? Или помогли? На теле ссадина от разбитого стекла. Вряд ли человек, который сам на балкон вышел, будет стекло бить. Спасибо. Вот, Смолягович, простите, там авария была на дороге. Я как раз думал, где же мой верный напарник? Кто это был? Знакомься. Бовин Аркадий Николаевич, 62 года, упал с балкона собственной квартиры. Самоубийство? Да вроде не похоже. Вы обнаружили тело, извините? Я. Можно вас на секунду? Живу в соседнем подъезде. На пробежку вышел. Во сколько это было? В 6 небольшим. Я каждое утро бегаю. Тут по парку прямиком 10 минут. Ближе подошел, вокруг кровь. Вызвал скорую, полицию. Потом только сообразил, что это Бовин, сосед. А можете как-то охарактеризовать погибшего? Солидный мужик, как-то с таможней был связан. Недавно на пенсию вышел. Может, он пил? Или там в семье у него были проблемы? Ничего такого. Всегда в хорошем настроении. Жена тоже такая активная, доброжелательная. Они состоятельные люди. По таким сразу видно, жизнь удалась. Угу. Спасибо, ваши данные запишите, со что мы свяжемся. Хорошо. Спасибо. А это что у вас такое? Похоже на фарфор. Целое. А с какого этажа он упал? С 5-го. Получается, что кто-то ему эту фигурку вложил в руку уже после падения. Получается так. Ого. Да, солидно жил наш таможенник. Жена Бовина на даче, сын с семьей отдельно живет. Мила, привет. Привет, Вань. С женой связались? Да, едет уже. А может быть, соседи что-то слышали? Я поспрашивал. За стенкой сейчас никто не живет. Соседи сверху, снизу сказали, что ничего не слышали. На двери нет следов взлома. Значит, Бовин сам впустил убийцу. Неразбитая фигурка в руке говорит нам о том, что убийство было тщательно спланировано. То есть убийца хотел специально привлечь внимание? Странный перформанс. Угу. Привет. У меня отличная новость. Гош, мне сейчас не очень удобно говорить, я перезвоню. А, да, подожди, я пожарного нашел. Он был в Кречетовке. Что? В тот день, когда погибла твоя мама. Как? Я часто работаю с пожарной службой. Воспользовался связями. Он готов встретиться. Сможешь сейчас приехать? Да. Да, скинь адрес. Да, конечно. Отправляю. Я дождусь вдову. Отвезу ее на опознание. Максим Олегович, а я нужна в ближайшее время? Мне просто надо отъехать по личному вопросу. У тебя все нормально? Что-то важное? Ну, конечно, поезжай. Поезжай. Спасибо. До свидания. Ой.
Так, а ты, лейтенант Демин, свяжешься с участковым, запросишь у него данные с видеокамер. Посмотрим, с кем тут Бовин в 3 часа ночи проводил время. Мы прибыли через 35 минут после поступления вызова. Но зона горения уже охватила все здание. Хорошо, что рядом не было построек, иначе бы распространение огня было бы более обширным. Моей бригаде удалось его локализовать. А женщина в доме? Вы ее видели? Жертву пожара видел, да. Она была жива? Но, к сожалению, я смог до нее добраться только после устранения горения. И ее нельзя было опознать. Полное обугливание. Привязана к стулу. Ноги зафиксированы, руки сведены за спиной. А больше жертв не было? В доме был еще кто-то? Жертва была одна. Дом, как я понимаю, был заброшен. Там никто не жил. А вы давали показания? Я разговаривал с кем-то, но сейчас имен не вспомню. Я подписал бумагу о неразглашении. Георгий мне однажды спас жизнь, поэтому я сейчас с вами говорю. Ну, мне больше нечего добавить. Мне очень жаль, что она погибла. Всего доброго. Увидимся. Спасибо. Спасибо, что согласились помочь. Маму убили. В деле нет ничего об этом доме. Ни показаний пожарного расчета, ни протокола криминалиста, ни судмедэксперта, ничего. Теперь я понимаю, почему твой отец не хочет посвящать тебя в подробности. Гематомы, следы борьбы, порезы от стекла. Перед тем, как выйти в окно, Бовин сопротивлялся. Самоубийство отпадает. И алкоголь в крови. 0,6 промилле. Кстати, а у тебя какие предпочтения по алкогольным напиткам? Демин, а ты не сдаешься? Нет. Елена Евгеньевна, пожалуйста, проходите. Сейчас. Вот сюда. Пожалуйста. Аркаша. Елена Евгеньевна, давайте, давайте, пойдемте, пойдемте на воздух, пойдемте, я вас провожу. Угу. Да, да. Дюжа, ты так говоришь, что мне хочется остаться. Ты знаете, как будто это вообще, это не со мной все, я не верю. Скажите, пожалуйста, кто-то мог желать смерти вашему мужу? Вы думаете, что его убили? Мы должны все версии отработать. Боже мой, я не знаю, а кто мог кому желать смерти? Нет, ну Аркашу вы уважали все. Это наша сотрудница Мила Львовна, она будет присутствовать. Скажите, а что Аркадий Николаевич делал вчера в городе? Он почему остался? У него плановое было обследование у врача и... Он должен на завтра только был на дачу вернуться, да. Мы в воскресенье ждали друзей. Я послала ему список продуктов. Получается, последнее, что получил от меня список продуктов. И что ваш муж вчера вечером делал? Дома был. Дома был. Телевизор смотрел. Ну, по крайней мере, он так мне сказал. Что? Вы знаете, мы у него в крови нашли алкоголь, а дома у вас спиртного не нашли. Можете объяснить? Я не знаю, ну... Мы созвонились с ним в 10 вечера. Пожелали друг другу спокойной ночи. И все. Нет, ну, по голосу, судя, он трезвый был. Угу.
Простите, а вам знакома вот эта фигурка? Она была найдена в руке вашего мужа. Нет. Я первый раз вижу ее. И все-таки, Елена Евгеньевна, постарайтесь вспомнить. Может быть, в последнее время у вашего мужа были с кем-то конфликты? А, есть один человек. Что-то я совсем забыла об этом. Фамилия Гераймович. Да. Андрей Емельевич. Это председатель нашего дачного товарищества. Он вообще нам что-то житья никакого не давал. Я даже мужу говорю, ты в полицию-то позвони, обратись. А в чем была причина? Муж приобрел гектар земли рядом с нашей дачей. Озеро. Это очень красивое место. А вот этот Гераймович, у него какая-то навязчивая идея. Он считал, что мы приобрели этот участок незаконно. А вы когда, где его видели последний раз, этого Гераймовича? Сегодня. Утром. Когда я уезжала с дачи, на участке был. Елена Евгеньевна, спасибо большое. Вы нам очень помогли. Вы, пожалуйста, подпишите вот у лейтенанта там протокол, и он с вами останется. Мила Львовна. Ну что, надо ехать к Гераймовичу. Ты личный вопрос решила? Да. Что, свидание? Зачем вы так? Извини. Я встречалась с пожарным, который видел, как погибла моя мама. Ты ведешь собственное расследование? Мне всю жизнь говорили, что моя мама погибла в результате несчастного случая. А сегодня я узнала, что ее убили. Мила, если ты сомневаешься в обстоятельствах смерти, нужно отправить дело на пересмотр и расследовать официально. Официально не получится. Почему? Хорошо, хорошо, извини. Но ты знаешь, что я готов тебе помочь, и ты мне можешь доверять. Андрей Емельевич? Да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Демин Иван, лейтенант. А это моя коллега Мила Пятница. Сегодня утром в Москве возле своего дома найден мертвым Аркадий Бовин. Бовин? Так я его вчера здесь видел. Или позавчера. А где именно? Здесь, в поселке. Так, а мы можем зайти в дом поговорить? Пожалуйста, проходите. В каких отношениях вы были с Аркадием Бовиным? Ну, скажем так, в напряженных. Почему? Ну, потому что он жулик. Он незаконно скупил землю из государственного фонда и оформил ее как ИЖС. Индивидуальное жилищное строительство. А почему вы считаете, что незаконно? Ну, я председатель дачного товарищества. У меня есть доступ к некоторым документам о регистрации сделок. Но это же Бовин. Он же думает, что ему все можно. Он решил, что может оттяпать себе кусочек у озерца, построить там особнячок, обвести забором. Жулик. А как вы думаете, откуда у Бовина деньги на такую шикарную жизнь? Ну, там можно хорошо заработать, если иметь хватку. А Бовин имел. Ну, плюс Муромчиху подмазал. Муромчиху? Муромец Екатерина Михайловна, глава местной администрации. Продажная совершенно. Она и помогла Бовину, между прочим, эту сделку оформить. Андрей Ильич, у вас столько интересных вещей? Вы что, увлекаетесь восточной культурой? Дочь переводчица. Одно время часто летала в Пекин. Привозила подарки. В городской квартире уже места не осталось. Вот часть перевез сюда. У вас и книги есть по китайской философии на русском. Ну, это я уже в местных магазинах покупал. Увлекся одно время, знаете. Откроешь вечером размышления китайских мудрецов. Так нервы в порядок приведешь.
мудрецы, нервы, я понимаю. А где вы были вчера вечером? Здесь был. Кто-нибудь может это подтвердить? Ну, соседи вас видели? Может, видели, может, нет. Вы знаете, я с соседями не очень дружен. А в чем дело-то? Не уезжайте никуда. Мы вас вызовем на допрос. Ну. Угу. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Нет. Все, ребят, до завтра, я пошел. Пока, Вань. Давай, Вань, веди себя там осторожно. Не знаю. Не похож Гераймович на убийцу. Но алиби у него нет. Ну, может, для Гераймовича эта фигурка в руке, это какой-то символ, там, просветление, покаяние, я не знаю. Я не понимаю, зачем он поехал в город, чтобы убить Бовина. Я тебе скажу, потому что на даче у Бовина жена, а в квартире пусто. Меня другое смущает, то, что Бовин гораздо сильнее Гераймовича. И если Гераймович не владеет какими-нибудь восточными единоборствами, а он, судя по комплекции, не владеет, то скинуть Бовина с балкона ему было бы достаточно затруднительно. Мне кажется, что ключ к разгадке в этих фигурках мудрецов. Нужно навести справки по городу. Может быть, уже были какие-то случаи. Согласен. Проверяй сводки. Да, Гош. Мила, ты уже освободилась? Да. Я жду тебя, как договаривались, как она набережная. Как остро! Блин. Буквально в нескольких сантиметрах мяч проходит от перекладины... Че так поздно-то? Занятие спортом проходит в ТВ-формате? Да мы ездили за город. Свидетелей опрашивать. Пап, да. С кем мама вела свое последнее расследование? Так, доченька, ты помнишь, грозилась мне, что больше никогда не будешь задавать никаких вопросов? Разве нет? Но у меня нет доступа к личным делам сотрудников, а Самойлова я просить не хочу. Итак. Живи дальше, учись, работай, занимайся личной жизнью, наконец. Какие еще могут быть дела у девушки твоего возраста, а? Мама погибла из-за этого расследования. Я хочу знать истинную причину ее смерти. Так, значит, ты не отстанешь? Нет. Жихарев, Родион, последние 2 года... Мама работала с ним, бойкий парень. После смерти матери я его не видел, контактов его у меня нет. Все. Всем доброе утро. Здравия желаю. Здравия желаю. Давайте сразу начнем. Что у нас по Бовину? В деле есть подозреваемый Гераймович. Отношения с убитым были, в общем, даже враждебные, но для мотива это все-таки слабовато как-то. Ну да, убивать из-за денег соображений только потому, что Бовин подключил свои связи в администрации, сомнительно. Ирина Петровна, согласен, но, возможно, есть какие-то другие мотивы, о которых мы не знаем. У Гераймовича в доме было много предметов из Китая. А что камеры наблюдения? Камеры в подъезде были заклеены за сутки до случившегося. Убийца готовился. А что делал он в день убийства? Есть свидетели, показания? Вот это интересно. Жене он сказал, что остается в городе на диспансеризацию, но ни к одному врачу не записался. А вместо этого с кем-то выпивал накануне убийства? Думаете, любовницу? Ой, женщины бывают очень коварны, Ваня. Опоздала, простите. В свое оправдание могу сказать, что я нашла кое-что очень интересное. Разрешите? Да. Вот. Копии материалов дела. В прошлом году
32-летняя владелица салона Татьяна Харитонова выбросилась из окна своего дома, а в руке у нее нашли фарфоровую фигурку. Так что, получается, что Харитонова покончила жизнь самоубийством? Так считает следствие, но я сомневаюсь. Ну, давайте сомневаться вместе. Если найдем аргументы против суицида, будем пересматривать дело. И, возможно, объединим с Бовиным. Молодец, Мила. Продолжать в том же духе. И вообще все молодцы. Работайте. Ну все. Мила теперь любимица начальства. Отдел переходит в режим матриархата. Ну, я даже не против, чтобы женщины рулили. Не шути, Вань. Я выяснила, что похожие фигурки продаются в сувенирном магазине в двух кварталах отсюда. Надо туда сходить. Надо бы Жеку подключить к делу Харитоновой. У нее часто появляются светлые мысли. У меня тоже бывают светлые мысли, поэтому ты сделай ко мне копию со всего этого. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из полиции. Слушаю вас. Ищу вот такие вот фигурки. У вас есть такие? Да, это фарфоровые мудрецы. Набор. Сейчас покажу. Так, а вот. Это копии ручной работы. Изумительного качества. А что они означают? Эти старцы – мыслители и философы Древнего Китая. Представляют школу «Путь небесных мудрецов». Несут в себе, так сказать, четыре сокровища – любовь, мудрость, гармонию и здоровье. Это копия, а оригинал выставлен в музее. Верно. Насколько они ценные? О, фарфоровые мудрецы – это уникальный образец керамики стран Дальнего Востока. Сувенирные копии мудрецов – наш хит продаж. Скажите, а можно узнать, кто и когда их покупал? К сожалению, данных покупателей у нас нет. А они только в наборах продаются? Да, 4 штуки. Харитонова, Бовин. Кто следующий? Ну, что скажешь? Ну, по фоткам сложно судить. Но в заключении написано, что у нее гематомы на предплечьях. Она с кем-то боролась? Похоже на то. Но я вижу еле заметные следы блефаропластики и нитевого лифтинга лица. Это что за абракадабра? Это значит, Ванечка, что девушка ухаживала за своей красотой. Ага. И планировала жить долго и счастливо, и смерть не входила в ее планы. Ну, видимо, коллегам не хотелось возиться. Вот они и составили суицид. Довольны? Еще бы. А поблагодарить? Я чувствую подвох. Ты правильно чувствуешь. Итак, Татьяна Харитонова. Владелица салона красоты Beauty Light. Не замужем, детей нет. Девушка из бедной семьи. Откуда у нее деньги на открытие салона? Это вопрос. Бизнес шел успешно. Дорогая машина, квартира почти в центре. Простите, я с вами. Что с суицидом? А, Жак категорически против. Это не самоубийство. Категорически. А какая может быть причина для самоубийства? У Харитоновой была крупная судебная тяжба. Да, девчонка 16 лет. На маникюре в салоне получила гепатит Б. Мать девочки Ирина Севрюкова добилась того, что на Харитонова было заведено уголовное дело. От этого Харитонова могла сесть на 3 года. То есть, по версии следствия, она пыталась избежать от проблемы и вышла в окно, да? Да, но в деле есть показания адвоката Харитоновой. Он утверждает, что Татьяна могла выиграть дело.
Зачем тогда выходить в окно? Так вот. А что с этой Севрюковой? У нее есть алиби? Есть. В день смерти Харитоновой она отбывала 15 суток за вандализм. Разбила витрин салона. Получается, она ни при чем. Но и самоубийство тогда тоже отпадает. Ну? Значит, нужно искать связь между Харитоновой, Бовиным и фарфоровыми мудрецами. Светлана Ивановна, я хотела с вами поговорить о вашей дочери, Татьяне. У нее в руках нашли вот такого китайского мудреца. Она что, увлекалась Востоком? Меня уже спрашивали об этом. Может быть, она привозила что-то подобное из своего любимого Таиланда, но увлечения Востоком я не замечала. Хотя, не знаю, мы не жили вместе, но после смерти я подобных вещей не находила. Извините за такой вопрос. Откуда у Татьяны были деньги на открытие салона? Были какие-то совладельцы или инвесторы? Она говорила, что все заработала своими мозгами. Ну, а мне-то что? Я не спрашивала. Главное, чтобы не убила никого и не ограбила. Может, ей помог кто-то? Мужчина был у нее? Хахаль? Может. Слушайте, я не знаю. Она открыла салон около 10 лет назад. Все делала своими руками и вытащила нас из нищеты. Ой, я гордилась ей. Лишних вопросов я не задавала. Вам знакома фамилия Бовин? Аркадий Бовин. Светлана Ивановна, нам очень нужна ваша помощь. Мы думаем, что вашу дочь убили. Кто? Этот? Бовин? Таньке всегда не везло на мужиков. Один только нормальный парень был, и тот на себя руки наложил. Почему? Таня бросила его. Он вышел в окно. Жалко, так хороший парень был, умный, образованный. Таня любил. Был не по нраву он ей. Теперь она в могиле лежит. А как его звали? Вадик Вершин. Привет. Отстань, только губы накрасила. Почему без цветов? Ну, зато у меня есть вот это. Я бриллианты люблю. А зарабатывать нужно больше, Вадичка. Доброе утро, коллеги. Привет. Привет. Здравствуйте, Максим Олегович. Как ваши успехи, Мила Львовна? Хорошо. Ну, точнее, я пытаюсь найти связь между Бовиным и Харитоновой, но пока ничего не нашла. Что у тебя, Ваня? У меня тоже пока глухо. А вот у меня кое-что. Я выяснил, с кем перед смертью Бовин выпивал. С Муромец Екатериной Михайловной. Это чиновница, которая помогла ему с покупкой земли? Она же его любовница. Вот ты, Максим Олегович, как узнал? Я нашел таксиста, который вез Бовина от Екатерины Михайловны. А у нее в доме консьержка очень разговорчивая. Рассказала мне массу пикантных подробностей. Значит, у нас всплывает личный мотив. Либо жена Бовина, либо муж Муромец. А у нее был муж? Да вот в разводе она. И у жены Бовина алиби, она была на даче. А, подождите, а при чем тогда здесь Харитонова? Хороший вопрос. Максим Олегович, я
Я хотела в архиве изучить дело Вадима Вершина. Обязательно нужно его изучить, Мила Львовна, самым подробным образом. А лейтенант Демин поедет к Муромец и побеседует с Екатериной Михайловной. Екатерина Михайловна, я по поводу Аркадия Бовина. Что вы хотели? Я знаю, что у вас были разные взаимоотношения. Еще раз, что вы хотели, молодой человек? Как вы думаете, кто его убил? Я не знаю. А его жена знала о ваших отношениях? Даже если и знала, ее все устраивало. Ну, может быть, Бовин обещал развестись? Мне это было не нужно. Знаете ли вы Татьяну Харитонову? Я в первый раз слышу это имя. Последний вопрос. Последний. Знакома ли вам эта фигурка? Да. Это китайский фарфор. В наборе 4 старца. Фарфоровые мудрецы выставлялись в музее прикладного искусства Дальнего Востока, где я работала 12 лет назад. Так сказать, изюминка коллекции. Почему вы спрашиваете? Убийца вложил ее в руку Бовину. Зачем? Мы пока не знаем. Нам нужна ваша помощь. Я сказала все, что знала. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Екатерина Михайловна, мы считаем, что могут быть другие жертвы. Мне нужно ехать, извините. До свидания. Вершин. Спасибо. Пожалуйста. Так. Так. Вадим Вершин. Погиб в 2010 году. Выпал с балкона своей квартиры. Ему было 20 лет. Тело обнаружил младший брат Антон. Я даже не представляю, что вы сейчас чувствуете. Мне правда очень жаль. Антон очень переживает. Это он увидел Вадика. Я бы хотел поговорить с вашим сыном. Если вы не против, конечно. Против. Ему 11 лет, и не надо его втягивать в это. А где вы были, когда это случилось? В отъезде. Мы занимаемся геологоразведкой, участвуем в строительстве заводов по полгода в командировке. А с кем остаются мальчики, когда вы в разъездах? Вначале с бабушкой, моей матерью. Но год назад она умерла, и Антон и Вадик сказали, что не будут переезжать. Да, Вадим поступил в институт, а у Антона секции. Мы подумали, что это разумно. Они у нас такие самостоятельные. Да, не по годам. Мы регулярно посылали им посылки, деньги. Часто созванивались. Мы еще договорились с Дегтяревыми, что они присмотрят за мальчиками. У них своих детей нет, и они согласились. Это наши давние друзья. У Вадима были какие-то трудности? Несчастная любовь, например?
сказать, не знаю. Может быть, были конфликты в институте? Это Танька. Танька во всем виновата. Все из-за нее. Если б не она, Вадим был бы жив. Антошечка, Антошечка, успокойся, успокойся. Пойдем. Пойдем, пойдем. У вас есть контакты этой Татьяны? И друзей Вадима? Фу, ну и вопросы вы задаете. Даже не знаю, как ответить. Ну, не нравился и все. И поэтому вы с Вадимом расстались? У нас не было ничего серьезного. А его младший брат утверждает, что Вадим был влюблен в вас без памяти. Что этот мелкий может понимать в отношениях? Вадик, может, и влюбился, а у меня не было ничего такого. Я ему ничего не обещала. А из-за вашего разрыва Вадим мог покончить с собой? Вы меня обвиняете? Я, что ли, его толкнула? Просто хочу понять, какое у него было эмоциональное состояние. Даже если он психанул, я-то тут при чем? Я его до самоубийства не доводила, я сказала ему спокойно, без слез, истерик. А то, что он распереживался, ну так это не мои проблемы. Мужиком надо быть, а не соплей. Думаете, меня не бросали? Я вон живая, здоровая, пережила как-то? Первый раз слышу. Если бы они с Танькой расстались, Вадик бы мне сказал. А мог все-таки Вадим вам не рассказать, а потом на эмоциях совершить суицид? Она ему так нервы мотала, что он сам пару раз хотел ее бросить. И потом снова здорово. Похоже, она вам не симпатична. Она стерва. Каких поискать? Ей только деньги и дорогие шмотки подавай. Вадим из-за нее в долги влез, микрокредиты начал брать, от коллекторов бегал. Но ее тоже можно понять. Семья нищая, отец алкаш. Красивая жизнь только по телевизору. Давайте про долги поподробнее. Ну, вроде у Дегтяревых в долг брал. Но это когда совсем припекло. Проходите, пожалуйста. Вадим нам сразу признался, что он влез в долги из-за девушки. Набрал займов, а потом кредиторы насели, и он пришел к нам. Вы помогли ему отдать долг? Он... Мы дали столько, сколько он просил. И уверял, что этого достаточно. Мы всегда к Вадику с Антошей относились как к своим детям. Не уберегли. Смерть Вадима – это наша вина. А он оставил записку? Нет. Я не могу поверить, что он убил себя. 20 лет. Возраст уязвимый, несчастная любовь. Вадим всегда чувствовал ответственность по отношению к брату. Они жили вдвоем, переезжать к нам не хотели. Вадим всегда сам заботился об Антоне. Он для Антона во всем авторитетом был. Бывает так, что родители не слушаются, как Антон слушался Вадима. А что, если это не самоубийство? Думаете, его могли убить? Кто? Вадим не сам прыгнул, его убили. Почему ты так думаешь? Потому что. У Таньки были ключи от нашей квартиры. Она эти ключи какому-то мужику отдала. Он и деньги сунул. На следующий день я Вадика нашел. Ты сам это видел? А что за мужик? Ты его знаешь? Нет. Но он такой, с темными волосами. Не молодой, высокий. Если встретишь его, сможешь опознать? А ты родителям говорил о том, что знаешь? Они считают, я все придумал. Ну хорошо. Я твои показания приобщу к делу. А ты, если что, вспомнишь или узнаешь что-то, позвони мне. Татьяна! Секундочку, подождите. Вадима преследовали коллекторы? Он меня этим особо не грузил, а что такое? Кому и зачем вы дали ключи от квартиры Вадима? Что?
У нас есть свидетели, которые видели, как вы передали ключи какому-то человеку. А, вот эти ключи? Я просто все никак не знала, как их вернуть его родителям. Ну-ка, расскажите, как они оказались у вас? Так он мне их сам дал, хотел, чтобы мы жили вместе. И вы их взяли? Насколько я понял, Вадим вам не нравился. Ну, он мне дал, я не смогла отказать, не хотела его расстраивать. А почему вы не вернули ключи после того, как бросили его? Потому что он очень бурно отреагировал и сразу ушел, а я потом сообразила, что они у меня остались. Допустим. Некоторое время назад вас видели с мужчиной лет 50. У меня вообще нет таких знакомых. Татьяна? А, вспомнила. Я недавно в парке на скамейке нашла барсетку. Там были ключи, деньги, телефон. Я все вернула хозяину. Может, это он? Имя его знаете? А, не знаю. Может, Петр Валерьевич. Фамилию не помню. Номер телефона можете дать? Я с работы звонила, чтобы деньги не тратить. Я в колл-центре работаю. Номер я, конечно, не запомнила. Я могу идти? Да, идите. Вот справка из банка. Вершин Вадим Борисович. Ну что, погасил все свои кредиты и долги. Ну, значит, дело не в долгах и не в коллекторах. И вот следователь делает вывод, что причиной самоубийства стала несчастная любовь. О, вот интересно. Что интересно? Показания Дегтяревых. Родители Вадима и Антона очень много работали в странах Восточной Азии. У нас снова Азия. Вадим после школы поступает в университет востоковедения. И с первого курса начинает работать в музее прикладного искусства Дальнего Востока в выставочном отделе. Да. А фарфоровые фигурки из магазина сувенирного – это копии экспонатов этого музея. Надо искать всех свидетелей по делу Вадима. Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы знаем, что такое жизнь? Конфуций. Жек, давай без цитат великих. И что по телу? Ну, если без великих, то женщина отчаянно сопротивлялась. На теле есть следы борьбы, как Харитоновой и убойной. Всем привет. 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 Слушайте, а может, это жена Бовина всех порешила? Ну, Бовин
Харитонов был ходок. Она об этом узнала. Ну и убила сначала первую любовницу Харитонову, затем Бовина, ну а потом до Мурамидзе добралась. А при чем тогда здесь мудрецы? Они при чем? Просто хитрый ход, чтобы сбить нас с толку. Ваня, это даже не смешно. Что ты будешь делать с парнем, с Вадимом Вершиным? Его тоже порешила ревнивая жена? Так там же вроде самоубийство. У нас тут у всех вроде самоубийство, поэтому его смерть вызывает такие сомнения. Слушайте, любопытный факт. В 2010 году Екатерина Муромец была заведующей сектором хранения и учета в Музее прикладного искусства Дальнего Востока. Это там же, где проходил практику Вадим Вершин, когда встречался с Татьяной Харитоновой. То есть Вершин и Муромец были знакомы? Причем здесь Бовина Харитонова? У нас как в загадке про волка, козу и капусту. Все детали вместе никак не сходятся. Подождите. Значит, Муромец и Бовин состояли в отношениях. Муромец и Вершин работали в одном месте. Вершин встречался с Татьяной Харитоновой. И все четверо погибли, упав с высоты. Так, а у Вадима в руке был мудрец? Ты говорила, что в наборе четыре фигурки, так? Да, но Вадима в 2010 году нашли без мудреца в руке. Коллеги, очень хотелось бы избежать очередной жертвы с фигуркой фарфорового мудреца в руке. Так, мудрецы, давайте-ка выметайтесь отсюда. У вас есть офис для таких разговоров, а у меня онлайн-конференция. Чего-чего? Не мешайте. Что начинается? Буду проводить занятия студентов по судебно-химическим исследованиям в экспертной практике. Все, на выход. Спасибо. Пока. Прошу прощения. Антон Вершин? Да. Демин Иван, уголовный розыск. Чем могу помочь? Мы расследуем дело Татьяны Харитоновой. В юности она встречалась с вашим братом Вадимом? Да, да, помню, встречалась. С ней что-то случилось? Выпала из окна, как и ваш брат. Есть версия, что это было убийство. Вы общались с Татьяной после смерти брата? Нет. Когда Вадика не стало, родители в Москву вернулись насовсем. А из того района мы уехали. Больше Таньку я не видел. А, кстати, в деле так и не ясно. Ваш брат расстался с Татьяной накануне смерти или нет? Расстался? Она его бросила. А Вадим много говорил про музей? Ну, об экспонатах на выставке? Он фанател от работы. Вообще на музей свой молился. Говорил, мол, вот этими руками прикасаюсь к шедеврам мирового искусства. Хорошо, последний вопрос. Знакома ли вам фамилия Муромец? Муромец, Муромец. Что знакомо? Екатерина Михайловна Муромец. Она была начальницей вашего брата в музее. А, да, точно. Вадик побаивался ее.
Говорю строго очень. Антон, в 2010 году вы подозревали, что вашего брата убили. Ваши показания есть в деле. Да, подозревал. Обвинял Таню. Он мог из-за нее в историю вляпаться. Какую, например? Ну, она из него деньги тянула. Так, и спустя годы вы также считаете? Ну, мне теперь больше лет, чем было Вадиму, когда он умер. Я понимаю, что у него была непростая жизнь. Он и обо мне заботился, и учился, и Таньку обхаживал, от коллектора бегал. Он мог взорваться и реально в окно выйти. Вы были близкие с Антоном и Вадимом? Как родные люди. Вадик с Антошей были очень славные. А когда с Вадимом случилось горе, мы как будто сына родного потеряли. Вернее, их обоих сразу. Их родители прекратили с нами всяческое общение. Переехали в другой район. Они обвинили нас в смерти Вадима. Считали, что мы должны были предотвратить ее. Вы громче говорите. У мужа в последнее время слух стал ухудшаться. Хорошо. А как они сейчас живут? Родители? Родители мальчиков умерли уже. А мы ведь дружили и с Полиной, и с Борисом со студенческих лет. Да, так и не поговорили. Антона не видели 10 лет. Полгода назад он вернулся из армии и навестил нас. Мы так обрадовались. Он очень изменился, возмужал. Такой красивый. Правда, когда пришел, все стеснялся. Отвык от нас за эти годы. На пороге топтался. Коробку Вадима мы ему отдали. Олег, ну при чем тут коробка? Ты сказала, коробка. Не коробка, а на пороге. Ты не так услышал. А о какой коробке идет речь? Да вот шкаф у нас в прихожей до ремонта стоял. Рабочие стали его двигать, а он старый, тяжелый, еще 50-х годов. Целиком не перетащить, но стали разбирать и нашли коробку. Видимо, Вадим ее туда положил и забыл, а мы не знали. А что было в этой коробке? Какие-то флешки и тетрадка студенческая. По почерку мы поняли, что это Вадима. А что было в тетради написано? В тетради что-то о предметах искусства. Я не вчитывалась особо. Ну, конспекты лекции, видимо. Угу. А на флешках что было? На флешках? Что на флешках было? Не знаю. У нас с компьютерной грамотностью плоховато. А можно мне посмотреть эту коробку? А мы отдали ее Антоше, когда он приходил. Память о брате все-таки. Здравствуйте. Да, добрый день. Михаил, во-первых, спасибо, что согласились дать показания. Рад помочь.
В деле сказано, что вы дружили с Вадимом из детского сада, верно? Да. Как вы считаете, почему он мог покончить с собой? Он не покончил с собой, его убили, и я в этом уверен. А почему вы так думаете? Перед смертью Вадим влип и втянул меня в эту историю. Все началось, когда Вадим проходил студенческую практику в музее. Обязанности были типа грузчика, но надо знать, как с экспонатами обращаться. Экспозиция меняется или что-то куда-то надо переставить. И часто ему поручали носить какие-нибудь экспонаты в мастерскую и приносить их назад после завершения, реставрационных работ. А начальница у него была Екатерина Муромец, заведующая сектором учета и хранения. Илья? Да, здравствуйте, Екатерина Михайловна. Акт подпиши. Конечно. Это Вадим, наш стажер. Это Илья, гений реставрации, мастер-копиист. Так, что у нас здесь? Да, ну вот сразу вижу. Вот здесь и здесь утрата красочного слоя. Нам бы закончить к началу месяца. У нас выставка на носу. Будь сделан. Все? Я побежала. Екатерина Михайловна, а можно я останусь, еще посмотрю? Без проблем. А они что, абсолютно одинаковые? Нет. Копия всегда отличается цветом черепка, ну и размером. Вот эта, она немного меньше. А почему вы не делаете точь-в-точь? Ну, для того, чтобы отличать копию от оригинала. А у оригиналов не бывает, не знаю, страховочных копий? Ну, например, чтобы на выставку за границу отправить не оригинал, а точную копию? Да нет, так никто не делает. Люди же платят деньги, чтобы прийти в музей, посмотреть на оригиналы, а копии они могут купить и в сувенирном магазине. А потом Вадик увидел то, чего не должен был видеть. Екатерина Михайловна, ну я пошел, 6 часов уже. Так, погоди. А где акт из мастерской по сервизу, который вчера к нам поступил? Я забыл его забрать. Можно завтра? Здрасте, приехали. Нет, Шмёмы, давай-ка сегодня. Ладно, я мигом сейчас. Илья Андреевич, акт по сервизу вчерашнему. Ага, да, сейчас я доделаю и придам. Илья Андреевич, я не могу, я горю, на свидание опаздываю. Хорошо, хорошо, Ромео. Бегу. Вадим понял, что творятся нехорошие дела. Копия была идентична оригиналу. Оригинал не реставрировали и не собирались возвращать в музей. Ну что, держи. Надеюсь, твоя Джульетта тебя дождется. Нет, ты прикинь, этот Кожевников с виду такой белый, пушистый, а сам тырит из музея произведения искусства, а в музей возвращает подделки. Погоди, и ты решил туда влезть? Нет, Мих, я буду спокойно сидеть, смотреть. Не из моего кармана же тырит. Да, конечно, я скажу Муромец и пойду в милицию. И для убедительности тебе нужны доказательства. Да. Мне надо понять, куда и кому Кожевников уносит оригиналы.
Мих, дай камеру, пожалуйста. Ты очумел? А если тебя запалят? Мих, ну тебе жалко камеры для друга? Не камеры жалко, а друга. Мих, ну мы с тобой можем раскрыть крупное преступление. Ты же мечтал стать детективом. Вадик, мне было 7 лет. Я об этом пожалею. Установи в мастерской в неприметном месте. Вадик, будь осторожен. Мужику двух одинаковых мудрецов. Не вижу, какой из них оригинал? Мих, стой! Стой, 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 стой! Можешь приблизить? Смотри. Смотри, они стерли с оригинала инвентарный номер. Отдали мужику оригинальный экспонат. Значит, Кожевников действовал не один, а в группе с Бовиным и Муромец. Вадик, когда увидел, сам не поверил и даже начал себя убеждать, что все перепутал. А потом Муромец распорядилась, чтобы Вадик принес ей фигурки из мастерской. А сама с ним не пошла, и Вадик подумал, что это его шанс. И вместо того, чтобы нести фигурки прямиком в музей, он убежал к своему преподавателю. Это буквально соседнее здание от музея. Полноценную экспертизу я тебе, конечно, не проведу вот так вот на коленке. Но она здесь и не нужна. Работа, безусловно, интересная. Но обрати внимание, Вадим, это не фарфор, это фаянс. Он более легкий и структура более пористая. Вот. Например, вот это фарфор, вот это фаянс. Сравни. То есть эта фигурка подделка? Безусловно, но подделка очень талантливая. Теперь у Вадика был компромат, и он собирался идти с ним в милицию. Но зачем-то с дуру рассказал об этом своей Тане. Да, так все-таки они уже тогда расстались или нет? Они никогда не расставались. Зачем? Таня его доила. Всю эту клюкву она придумала постфактум, чтобы все поверили в суицид из-за несчастной любви. То есть вы считаете, что Таня его убила? Не она. Люди из музея, но навела их Таня, я в этом уверен. Ну, потому что у них ничего серьезного в плане постели не было, а тут... Прикинь, это происходит все прямо перед моим носом. А они знают, что ты их запалил? Надеюсь, нет. Иначе я тут не сидел, Таня, это ж мафия. Так тебя могут убить? Не успеют. Я сейчас все это в милицию отнесу. В милицию? А зачем? Чтобы их посадили, Таня. Стремно как-то. А вдруг они тебя из тюрьмы достанут? А вдруг у них менты в доле? Таня, ну это все ерунда. Да и не похоже. А кто этот мужик? Ты его знаешь? Нет. Какой-то мужик. А что? А то, что он может быть из милиции. Ты к ментам пойдешь, а он тебя самого же и закроет, чтобы ты не трепался. Наркоту тебя подкинет или еще что. Все будет со мной нормально. А я боюсь. Тань, ну все будет в порядке со мной. Правда. Мне, может, даже медаль дадут. За гражданскую сознательность. Я тебя не пущу. Тань. Обещай, что никуда не пойдешь. Тань, ты чего? Я люблю тебя.
Вы, по сути, были сообщником Вадима, дали ему камеру, знали о преступлении в деталях. Вам угрожали эти люди? Про меня никто не знал. Вадик меня не выдал. И забрал все видеофайлы с уликами. Категорически не хотел, чтобы у меня были какие-то проблемы. Флешки с записями хранил у себя. Он был хороший друг. А сейчас вы готовы официально дать показания? Дистанционно, да. Я молчал, потому что боялся за свою жизнь, а сейчас я в другой стране. Думаю, что я в безопасности. Спасибо. Ну что, тогда мы с вами еще свяжемся. Хорошо. До свидания. Я нашел этого Илью Кожевникова из мастерской. Следователя Елены Поповой. Я хотела с вами поговорить насчет дела Степанова. Мы можем встретиться? Мне нечего вам сказать. Не звоните больше. Лейтенант Демин, полиция. Мы разыскиваем Илью Кожевникова. Тут Кожевникова из полиции спрашивает. Проводишь? Так он уехал уже. Мы с ним вместе выходили. Только я за кофе, а он на парковку. Не помню я, чтобы его машина выезжала. А по камерам посмотреть можно? Да, конечно. Видите? Эта парковка, она не только наша. Она ко всему комплексу зданий относится. Ну, погодите. Так, Кожевников. На него напали. Приблизьте. Так. Так, ориентировка срочно. Автомобиль. Номер. 0Е040МА99. Стартовал сохраняемый парковки бизнес-центра по улице Константинова. Засекли машину, 040. Прием. Говорите, прием. Автомобиль свернул в 5-й индустриальный проезд. Там заброшки. Территория большая, сквозная. Надо перекрыть все въезды и выезды. Прием. Понял. Перекрытие принято. Отпусти его, или я стреляю! Антон! Стреляйте! Я все равно его сброшу! Допустим! Допустим! Ты его тоже сбросишь! Положишь в руку мудреца, а дальше что? Запрыгнешь! Мне все равно! Он должен ответить! Ты уже убил троих! Остановись! Они убили моего брата и живут себе спокойно. Это нормально? Справедливо? Несправедливо. Но ты сам такой же. Подумай о себе. Сдайся.
спасли меня. Вам нужно благодарить не меня, а лейтенанта Демина и его красноречие. Вы были знакомы с Вадимом Вершиным. Расскажите, как он погиб? Я к этому не имею никакого отношения. Кто имеет? Екатерина Муромец, Аркадий Бовин и Татьяна Харитонова. Какая тонкая работа. Удивительно. Простите, а вы кто? Вы как сюда попали? А, мой парень дал мне пропуск. Зашла просто посмотреть. Из любопытства. Поставьте, пожалуйста, на место. Это хрупкая вещь. Все-все. Больше не трогаю. И что вам нужно? Ближе к делу. Я видела запись, на которой вы отдаете оригиналы из музея какому-то дядьке, а в музей отправляете подделки. Типа этих. Это какой-то бред. Да. Я бы тоже так ответила. Но дело в том, что запись не врет. Я видела ее собственными глазами. Кстати, надо всегда проверять рабочее место на предмет камер. Мало ли что может случиться. А, так вы та самая Джульетта, да? Ну и что же нужно вам, Джульетта? А что вы можете предложить? Я бы хотела денежную компенсацию. Понимаете, просто эти кадры, они меня так шокировали. Думаю, что я не скоро смогу их забыть. Мне надо посоветоваться. Понимаю. Вы, наверное, мне не верите. Так уж и быть. Оставлю вам это. Только имейте в виду, это копия. А оригинал у меня. Дальше. Я, разумеется, сообщил об этом Муромец и Бовину. Она поручила Бовину решать эту проблему. А какова роль Бовина в этом деле? Он работал на таможне и обеспечивал нелегальный провоз экспонатов через границу. Давал сопроводительную документацию, в которой говорилось, что они не имеют никакой исторической ценности. Муромец находил покупателей. Хваткая женщина, ничего не скажешь. И что же все-таки предпринял Бовин? Он заплатил Татьяне, и та призналась во всем. И стало понятно, откуда ноги растут. Бовин не хотел убивать Вершина. Он хотел лишь его напугать и забрать оригиналы видео. Антон, ты? У тебя что, секция отменилась? Тань? Ты? Я уйду! Скажите, а после этого как долго вы проработали на Муромец? Меньше года. Она и Бовин решили прикрыть лавочку. Что, вот так просто взяли и всех распустили? Да, перестраховались. В каком-то смысле Вадим остановил все это, как хотел.
Забавно, что Кожевников не считает себя виновным. Максим Олегович, а можно я буду допрашивать Вершина? Одна хочешь? Я выступлю, да. Мой звездный час сегодня уже. Ну что, у меня возражений нет. Пойдемте. Антон Борисович, вы сознаетесь в убийствах Татьяны Харитоновой, Аркадия Бовина и Екатерины Муромец? Да. Если это вас утешит, то Илья Кожевников был лишь наемным работником преступной группы. Да. А я считаю, что он виновен. Наравне со всеми. Он знал, что за Вадимом придут. Знал, ничего не сделал. Ведите себя спокойно. Вы видели, как погиб ваш брат? Нет. По словам Кожевникова, это был несчастный случай. Он сорвался с балкона, когда пытался сбежать от Бовина. Я уже слышал это от Бовина. Почему я должен в это верить? Вы думаете, он соврал вам перед смертью? Я думаю, что мне все равно. Если бы не они, Вадим бы не погиб. Значит, они виноваты. Вы о Татьяне? Я ее застукал. Не догадался еще тогда. Антох, мне Вадик сделал дубликат ключей, все нормально. Сегодня попросил ему на работу какие-то документы принести, а я не могу найти. Какие документы? Да ты все равно не поймешь. Неважно. Потом сам разберется. Ладно, я пошла. Когда я получу деньги? Когда оригинальные записи будут у меня. Где он их хранит? Я не знаю. Он их переложил, я не смогла найти. Ты пошутила, надеюсь? Так, отдайте ключи, я пошла. Успокойся, ключи я тебе не отдам. Вот, это за ключи. Остальное будет, когда все уладим.
Что-то случилось? Танька твоя домой приходила, рылась в тебя вещах. Ты что, улыбаешься? Она к нам в дом влезла. Да ничего она не влезла. Я ей сам ключи отдал. Ты дурак. А если бы она украла бы, что, если я не пришел? Все, все, успокойся, все нормально. И мы вообще жить вместе собираемся. Серьезно? Ну да. И может, она мне хотела сюрприз сделать, а ты ей помешал. Но она потом ключи какому-то мужику отдала. Он ей пачку баксов сунул. Тух, я знаю, ты не в восторге от Тани, но чтоб настолько, долго придумывал. Вадим на следующий день не стало. Я на тренировке был. Футбол тогда играл. Обожал. Тренер меня еще вечно всем в пример ставил. А в тот день все как-то наперекосяк пошло. И гол пропустил, и тренер наорал. Я домой не сразу пришел. Может, успел. С тем, что Вадим самоубийца. Но я всегда знал, что его убили. И в прошлом году я узнал, кто виновен в его смерти. Антон, вот, держи. А что здесь? Секретные студенческие конспекты. Их Вадим так надежно спрятал, что мы их только сейчас нашли. Через 12 лет. Почему вы не пошли в полицию? Ну, пошел бы. И что бы им было? Ничего. Я все знаю про сроки давности по уголовным делам. 10 лет прошло. Нет. Я хотел, чтобы они за все ответили. Каждый из них. Мила Львовна, а ты уже домой? Угу. Помоги составить отчет. Ну хорошо, давайте. Под диктовку я очень быстро печатаю. На чем вы тут остановились? Жень, погоди, сейчас зарядку возьму. Так, извините, народ, сегодня не засиживаюсь. Про меня не забудьте расписать поподробнее, ладно? Все. Аривидерчи. Пока. Что? Ревнуете? Что? Почему? Почему ты так решила? Да нет, не почему. Нет, Мила Львовна, просто когда живешь на работе, отношения тоже складываются только на работе. Ну, зато посмотри, Ваня, какой счастливый ходит. Как я вам сочувствую. Очень печально, когда на работе коллектив маленький, и выбрать не из кого, да? У тебя телефон. Максим Олегович, я забыла, у меня встреча, я могу идти? Иди, иди.
Спасибо. Да. Мила, привет. Ты скорая? Да, Гош, я еду. Хорошо, жду. Заказал? Нет, я ждал тебя. А. Выбирай. Ты что-то какая-то напряженная. Мне кажется, мы можем себе позволить вести себя так, как нам нравится. Да. Согласна. Ну, это хорошо. Ну что, какие новости? Нашла бывшего напарника моей мамы. Стащила номер из папиной записной книжки. Я звонила ему, но он не хочет со мной разговаривать. Сбрасывает трубку. Так, может, не звонить? Может быть, приехать к нему? У тебя есть адрес? Нет. Но я думаю, можно найти. Но какой смысл, чтобы он меня лично послал? А если не пошлет? Послушай, я абсолютно уверен, что у тебя все получится. Потому что ты талантливая, целеустремленная и невероятно прекрасная. Для меня ты всегда будешь такой. И я очень рад, что ты теперь есть в моей жизни. Вот скажи ты мне, хоть одна четверочка у тебя была за все время обучения? Хотя бы в одном семестре? Была. Врешь? Нет. По какому предмету? На первом курсе по физической подготовке. Не, я считаю, таким, как ты, нужны экзамены повышенной сложности. Почему мне повышенной сложности? Так ты ж потомственный следователь. Тебе проще, чем остальным. Ты буквально с молоком матери впитала азы следственной работы. Извини, переборщил. Людям, у которых есть родители, хотя бы один родитель, сложно понять тех, у кого их нет. Но ко всему привыкаешь, одиночество не смертельно. Главное, надеяться только на себя. Простите, что спрашиваю, а у вас что, нет родителей? С 10 лет в интернате. Но это в прошлом, не будем вспоминать. Коллеги, у меня есть объявление. Максим Олегович. Ирина Петровна, в интересах дела. Я выбила ставку для Милы в отделе. Со следующего месяца вы, Мила, полноправный оперуполномоченный. Ирина Петровна! Спасибо. Класс. Поздравляю. Мила, поздравляю. Спасибо вам, Ирина Петровна. Спасибо. Наш отдел попадает только избранные. Фантастическая новость. Я очень-очень рад. Спасибо. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ура! Спасибо. Ура! Thank you.
Подойди, руку убери. Привет. Привет, коллеги. Стюардесс. Причина смерти? Да пока не знаю. Следов насильственной смерти нет. Несчастный случай? Инсульт? Документы? Вещи где ее? Ничего не было. В таком виде нашли. Гематома на руках и ногах. Ее связывали. Значит, убили не здесь, а сюда просто привезли. По форме можно пробить, в какой авиакомпании она работала. Если это не костюмированное представление. Смотри, макияж слишком яркий. Разве стюардессам нужно такое делать? Моя мама в молодости так красилась. Эта женщина вряд ли. Убийца, что ли? А вот это похоже. Здорово. Рад видеть. Простите, вы Жихарев Родион Алексеевич? А кто? Я дочь вашей напарницы, следователя Елены Поповой. По-моему, я внятно выразился. Я не буду с вами разговаривать. Уходите немедленно. Мне нужна от вас информация. Я не буду с вами говорить. Вы меня хорошо слышите? Расскажите мне о деле, которое вела мама перед смертью. Я хочу знать, кто ее убил. Ну, вы даете. 18 лет прошло. Тогда никто ничего не узнал. А сейчас вы собираетесь. Да это просто смешно. Я буду приходить сюда каждый день, пока вы не согласитесь поговорить со мной. Я позвоню, мы встретимся позже. Когда? Сегодня во второй половине. Если вы не позвоните, я снова приду. Женщина, 30-35 лет. Смерть наступила от отравления бытовым газом. Погибла примерно 12-15 часов назад. Ее что, связывали? Видимо, да. Есть гематома. Сначала ее вырубили, но нежно. Вкатили ей приличную дозу высокоактивного наркозного средства. В легких и крови есть остаточный след. Остаточный? Именно так. То есть умирала она уже в сознании? Получается, что убийца усыпил ее при похищении и потом отравил газом. А следы сексуального насилия? Нет. Жутковато. Похоже на маньяка. Приветствую, коллеги. Лейтенант, а ты вообще на часы смотришь? Да, но я установил личность убитой. Наумова Валерия Ильинична, 35 лет, бортпроводница. Семья есть? В разводе. Сын 6 лет проживает с отцом. Полгода назад Наумова съехала от своего бывшего мужа к матери. 3 дня назад вернулась из очередного рейса. Позавчера отправилась в спортклуб. У нее там абонемент на год. И уже вечером собиралась в новый рейс, но в аэропорту так и не появилась. Ее что, 2 дня никто не искал? Так, Ваня, на тебе бывший муж, коллеги Наумовой из спортклуб, Мила Львовна. Я поговорю с мамой Наумовой. Хорошо, идите, а я пока поздороваюсь со своей девушкой. Тебе нужна помощь с матерью Наумовой? Я могу сам с ним поговорить. Да нет, спасибо, я сама справлюсь. Я крепче, чем вы думаете. Катя, ты кончай мне выкать, я чувствую себя пенсионером. Мне как-то неудобно переходить на «ты» со старшими по званию. Ну вот ты выходи из зоны комфорта. Хорошо, Максим. Как твои выходные? О, хорошо, все. Я была на экскурсии ночной по крышам Москвы. Очень здорово, красиво. Я так понимаю, не одна же лазала там? Нет, Гоша пригласил. Гоша пригласил. Слушай, пятница, я очень рад за тебя. Извини, я задумался. Я поеду. Хорошо. Пока. Максим, Максим. Угу. Я пойду. Иди. Так вот, Наумова, позавчера. Уходит из клуба. Время? 17:40. А что с ней случилось? Убили.
И чё, думаете, кто-то из этих? У нас тут контингент вроде приличный. Вот, пожалуйста. Спасибо. Так. Давайте посмотрим, с кем она общалась в другие дни посещений. Вот. Ага. Да, она часто приходила. А вы с ней знакомы? Ну так, здрасте, здрасте. Мужикам сильно нравилось. Вот как? Ну а чё, лицо, фигура красивая. Многие клеились. У нас есть Витабара, она там часто сидела. То с одним, то с другим. Смеется, улыбается. А вот давайте в первую очередь там и посмотрим. Не вопрос. Ксения Павловна, когда вы в последний раз видели Валерию? Позавчера. Она в рейс собиралась. Сказала, что заедет в клуб на занятия, а потом в аэропорт. А где Валерия хранила форму? Дома. Периодически в химчистку сдавала. Она возила в чемоданчике вместе с другими вещами. Потом переодевалась прямо перед вылетом. Я не знаю, что я буду делать. У меня ведь кроме нее больше никого нет. А зять с внуком не дает видеться. Внук — это Толя, да? Сын Валерии и Кирилла. Да. После развода Кирилл забрал Толика к себе. И разрешил Лерочке видеться с сыном только по выходным. Как вы думаете, почему ваш зять был против того, чтобы ребенок жил с матерью? Он считал, что Лерочке не было никакого дела до сына. Все время в рейсах. Что мальчик растет без присмотра. И вообще считал, что ему не нужна такая мать. Причина развода в этом, да? Понимаете, Лерочка и Кирилл познакомились на ее рейсе. Ну, как бы это была любовь с первого взгляда. Кирилл влюбился в Леру. Говорил, что она очень красивая, яркая, уверенная. А когда появился Толик, вот Лерочка вышла на работу после декрета, и Кирилл стал жутко ее ревновать. К пассажирам, к пилотам. Требовал, чтобы она поменяла работу и перестала летать. А Лерочка не хотела ничего менять. Ну, ссоры. Кошмар. Даже до рукоприкладства доходило. Я, правда, не видела, но Лерочка мне говорила. Ксения Павловна, как вы думаете, кто мог желать смерти вашей дочери? Я считаю, что это Кирилл. Только он мог. Почему вы так уверены? Лерочка в последнюю встречу с Кириллом сказала, что хочет нанять адвоката, чтобы забрать сына к себе. Она пригрозила, что доведет это дело до конца и не отступится. А Кирилл сказал, что сын будет расти с ним, а не с чужими мужиками. Что у него никогда не будет отчима, только родной отец. Мы с Лерой часто на одних рейсах летали. Работать она любила. Она была не ленивая. Ее часто ставили обслуживать бизнес-класс. Почему? Было в ней что-то такое люксовое. Фигура, мейк неяркий, голос красивый. Средняк, короче. По расписанию у нее следующий рейс был позавчера вечером. Да, но она не приехала, на телефон не отвечала. И нам срочно пришлось искать замену. И вас это никак не взволновало? Ну, такого раньше не случалось, но разбираться времени не было. Мы решили, что просто загуляла красотка. А у нее был мужчина? Да, она говорила, что познакомилась с кем-то, понравился ей. Но они никак не могли встретиться. То он в командировке, то она в рейсе. А что за человек, не знаете? Ну ладно. Если что-нибудь вспомните, сообщите, пожалуйста. Да. Спасибо. Только не вздумайте ничего снимать и записывать. Я под запись ничего говорить не буду. У меня нет с собой ничего. Телефон выключите. Итак, что вас интересует?
Дело Степанова. Хорошо. 18 лет назад в разных районах города стали находить тело женщин. Причина смерти у всех была одна. Отравление бытовым газом. Их связывали, рты заклеивали. Кроме того, у всех жертв в легких сохранялся остаточный след высокоактивного наркозного средства. Мы предполагали, что преступник использовал его при похищении жертвы. А следы сексуального насилия? Этого не было. Все жертвы носили форменную одежду. Охранница торгового центра, сотрудница банка, администратор ресторана. И еще одна деталь. У всех жертв на глазах были ярко-голубые тени. Голубые тени, форменная одежда. Почерк один в один. Да. Следы насильственной смерти есть? При визуальном осмотре не обнаружено. Да, похоже, что убили ее в другом месте, а потом перевезли сюда. На земле рядом обнаружили что-то? Отпечатки обуви, протектор шин, что-нибудь? Нет, все чисто. Она уже пятая. Мы тогда работали по психологическому портрету убийцы, который нам составил криминальный психолог Пушницкий. Валентин Андреевич, кажется. Мы составили круг подозреваемых и начали проверку. И вдруг Пушницкий меняет портрет на противоположный. А чем они отличались? Сначала он сказал, что маньяк похож на обычного человека. Спокойного, уравновешенного. А затем заявил, что мы должны искать того, кто легко впадает в ярость, ведет себя агрессивно и, возможно, уже имеет судимость. На Пушницкого надавили? Да. Или подкупили. Лена пыталась с ним поговорить, выяснить, почему он так быстро, как сейчас говорят, переобулся. А Пушницкий написал на нее заявление о превышении должностных полномочий, где обвинил Лену в давлении. Ее отстранили. А вас? Я сам отказался от этого дела и перевелся в другое управление. Считаю, что это был подлый поступок по отношению к Лене. Я не мог в этом участвовать. После этого Парфенов из отдела внутренних расследований начал проверку. Вы это уже знаете? Скажите, а что делал Самойлов? Он же был вашим непосредственным начальником. Самойлов не хотел навлечь на себя гнев вышестоящих. И поэтому потребовал, чтобы ваша мама не вмешивалась в ход расследования. Но она его не послушала. Да. И тогда произошло на нее покушение. Девушка, вы живы? Преступник сбежал. Наверное, решил, что Лена мертва. Лену сильно поломало в том ДТП. Но в итоге она пошла на поправку. Самойлов боялся, что преступник может снова напасть на Лену. Поэтому положил ее в закрытый госпиталь МВД и приставил круглосуточную охрану. О том, что Лена была жива, знали только три человека. Я, Самойлов и Лев. Самойлов распорядился не регистрировать ДТП в базе. И все участники, и патрульные, и бригада скорой, подписали бумаги о неразглашении. Хоть что-нибудь есть? Ну, в целом, пока не густо. Отпечатки только Лены. Других нет. Водитель был пристегнут. Почему такой вывод? Иначе он бы не ушел отсюда на своих двоих. Что это за веревка? Ею Лена была связана. Обычная. В любом хозяйстве там продается. А это что? Брошка.
Или медаль какая-то. Гравировка есть. Так, это что-то на латыни. Aquila non captet muscas. Что это значит? Сними отпечатки. Естественно. Это Лена? Я у нее таких украшений не видел. А что означает эта фраза? Орел не ловит мух. То есть великие люди не размениваются на мелочи. Вы можете зарисовать? Кому передали дело после отстранения мамы? Самойлов насаждал режим строжайшей секретности. Боялся, что мы будем давить на новых следователей. Спасибо. Почему она погибла? Я не знаю. Когда Лена пошла на поправку, я уволился. И решил себе устроить отпуск, перевести дух. Понять, что дальше делать. Там я и узнал, что Лена не стала. Кто такой Степанов? Тот, кого осудили по этому делу. Так его что, поймали? Поймали и дали пожизненное. А что вас удивляет? Нет. Ничего. Спасибо вам, что помогли. До свидания. До свидания. Постойте. С тех пор со Львом мы больше не виделись. Передайте ему мои соболезнования. Максим. Угу. Вани еще нет? Это из клуба Наумовой? Угу. Кто ты еще? Ваня добыл целые тонны записей. Наумова все свободное время проводила в спортклубе. Очень любила мужское внимание. А это кто? Вот это Николай Еремин. Таких, как он, у Наумовой было в клубе человек 5. Но с ним, нужно сказать, она проводила времени больше всех. А что с мужем Наумовой? Мужа пока допросить не удалось, он не в городе. Мать Наумовой считает, что Валерий убил ее бывший муж. Он плохо с ней обращался и доходило до рукоприкладства, и он не хотел делить с ней сына. А ты так не думаешь? Как ты догадался? А я умею читать твои мысли. Да, я в это не верю. У меня появились данные, что в начале 2000-х была похожая серия убийств. Там точно такой же почерк. Что значит похожий почерк? Униформа. Ярко-голубые тени. Отравление бытовым газом и наркозные средства. 2004-й убийцу поймали. Это какой-то Степанов. Его посадили, дали пожизненный срок, но выйти по УДО он не мог. То есть получается, что подражатель? Я не знаю. Я не могу добыть в архиве это дело. Оно засекреченное, у меня нет доступа. Это было последнее дело моей мамы, после которого ее не стало. Здравствуйте. Добрый день, Максим Олегович. Как тебе так быстро дали доступ к делу? Бонусы. За выслугу лет. Смотри.
Осужденный Степанов покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2005 году. Руководитель следственной группы Самойлов. Стоп, здесь написано, что дело вела моя мама и Жихарев. А где имена других следователей, которые вели дело после отстранения мамы? Жихарев не врал, я уверена. Так, есть видео допрос Степанова. Посмотрим. Допрос вел лично Самойлов. Так. Степанов Олег Григорьевич, 45 лет. Работал менеджером по продажам в компании «Профи». Компания снабжала различные организации форменной одеждой. Допрос гражданина Степанова, подозреваемого в совершении преступления по статье 105 УК РФ, проводит старший следователь майор Самойлов. Итак, ваше имя? Степанов Олег Григорьевич. Дата рождения? 6 марта 1959 года. Место рождения? Село Кимишево, Тульской области. Образование? Среднеспециальное медучилище в городе Тула. Род занятий? Менеджер по продажам в компании «Профи». Вы признаетесь в убийстве 5 женщин? Признаюсь. Как вы находили своих жертв? Просто брал клиентскую базу. Мы получаем заказы у разных фирм. Гостиницы, сервисы по уборке помещений, авиакомпании и так далее. Я с заказчиками всегда плотно контактировал. И у меня огромная база с именами и размерами всех сотрудников. Как именно вы выбирали своих жертв? Просто, чтобы эта женщина была, доступная, что ли, податливая. Где вы брали ингаляционное вещество для усыпления жертвы? Моя жена в аптеке работает. Там всегда есть процент товара, который списывается как просроченный. Где и как вы убивали своих жертв? На даче. В подвале. У меня там для этого все оборудовано. Газ подведен. А как они вообще вышли на Степанова? Это была явка с повинной. Необычно, да? Не такое случается. Вот. Вот его чистосердечное. Меня привлекали женщины в форме, я хотел над ними доминировать, а голубые тени — это мой фетиш. Так, протокол обыска. Дача Степанова. В том числе моток веревки примерно 20 метров. Руки и ноги жертв могли быть связаны подобной веревкой. Набор синих теней. Подожди, а там про отца. А вот, показания тестя. Бессонов Геннадий Анатольевич утверждает, что Степанов применял насилие по отношению к своей жене. Есть даже снимки после побоев. Да, вот. Да, ну и заявление от имени самой Степановой прилагается. Психологический портрет Степанова соответствует профилю Пушницкого. И даже найден отпечаток пальца Степанова на одном из металлических браслетов жертвы. Да, доказательств выше крыши. Да, но в деле нет первого психологического портрета Пушницкого. Ничего не сказано о броше, который нашел Жихарев в машине. Не говорится о том, что Степанов похищал мою маму. И вообще нет ни слова о том, что маму отстранили от дела. Жихарев мог что-нибудь перепутать или забыть? Исключено. Ты понимаешь, что дело сфабриковано?
и сфабрикована таким образом, чтобы все указывало на Степанова. И ведь его не допросишь, он так удачно повесился в тюрьме. Мила. Давай пойдем в хранилище вещдоков. Возможно, брошь там. Просто по какой-то причине ее забыли отшить к делу. Пойдем. По этому делу в хранилище ничего нет. Вы уверены? Дело номер 55678-25007. По крайней мере, в базе не отмечено. Я, конечно, мог бы посмотреть. Посмотрите. Мы ищем вот такую брошь. Вот. Подождите. Он ничего не найдет. Спорим? Спорим. Так-с. Надо разбить. Ничего нет, коллеги. Ничем не могу помочь. Ну, зато ты выиграл спор. А на что мы спорили? Спорят обычно на желание, либо на интерес. Ты проиграл мне желание. Спасибо. Не за что. Обращайтесь. Нужно действовать очень аккуратно. И давай договоримся. Фальсификацию дела мы обсуждаем только друг с другом. И вообще... Что? Я запрещаю тебе предпринимать что-либо в этом направлении без меня. Что такое? Опять запреты? Сколько можно? Я взрослый человек. Я запрещаю тебе делать что-либо без меня. Хочешь мне помочь? Почему? Во-первых, справедливость для меня не пустой звук. Во-вторых, я беспокоюсь за тебя. Мне уже Гоша помогает. Мила, пообещай мне, что ты не будешь ничего предпринимать. Обещаю. У нас планерка идет уже 5 минут. Побежали? Виноваты. Разрешите войти? Разрешите войти. Опаздываем. Проходите. Ирина Петровна, видите совещание? Ну, что, мы хотели бы увидеть ваши выкладки по делу Наумовой. Да, мы как раз были в архиве и... Продолжайте, мы слушаем. В начале 2000-х было дело о серийном убийце. За него посадили Степанова Олега Григорьевича. Ну, за серию ему должны были дать пожизненное? Да, и дали. Он совершил суицид в тюрьме. Угу. И какие ваши выводы? Мы думаем, что у Степанова мог быть подражатель. И прошлое дело о серийном убийце могло бы пролить свет на его фигуру. Хорошая версия, но, может быть, что-то еще? Не стоит ограничиваться одной? Да, есть версия вторая. Бывший муж Наумовой, Кирилл Сергеевич, автомеханик, боялся, что она отсудит у него ребенка и избавился от жены. Есть и третья версия, что это случайно знакомый из спортклуба Еремин Николай. Что ж... Три версии — это уже что-то. Что с мужем? Он сейчас не в городе, возил ребенка к родителям на пути обратно в Москву. А этот знакомый из спортклуба? Согласно камерам наблюдения, они с Наумовой проводили много времени вместе. Он проявлял к ней интерес. Мы собираемся его допросить. Разумно.
Ну что ж, тогда будем ждать протокола допросов. Так, а что за архивное дело? Круто, чему я не в курсе? Пришел. Ты вообще не изменился. Может быть, сначала минуту. Перекусим, а сходим потом в кино? Я тут знаю хороший ресторанчик недалеко. Привет. Привет. Леша, это Ваня. Ваня, это Леша. Леша, это мой однокурсник. Бывший. А я к Олегу Евгений. Нынешний. Ясно. Пойдем? Пойдем. Максим Олегович, я пойду раскрою, хочу встретиться с профайлером Пушницким, из-за которого мою маму отстранили от дела. Где ты собираешься это сделать? Я надеюсь, не в темном лесу? Нет. На загородном шоссе в центре психологической помощи. Там много людей. Хорошо. После встречи позвони, отчитаешься. Хорошо, Максим. Пока. Пока. Демин Иван. Здравствуйте. Николай Петрович. Давайте просто, Николай. Прошу. Аллочка, будь добра, кофе, пожалуйста. Угу. Мы расследуем убийство Валерии Наумовой. Вы должны быть знакомы с ней по спортивному клубу. Да, да, конечно. Я прекрасно ее помню, прекрасно. В спортклубе только об этом и говорят. Шок. Просто шок. Чем я могу вам помочь? О, спасибо, милая. Пожалуйста. Спасибо. Прошу. Спасибо, Аллочка. Спасибо. Насколько честно вы с ней общались? Ну, у нас был взаимный легкий интерес, который, правда, не выходил за пределы клуба. Но, наверное, мы нравились друг другу. И почему не случились отношения? Да, возможно, они и случились бы. Но последний месяц у меня какой-то загруженный период. Надо уделять внимание коллеге адвокатов. А Валерия, она же чаще была в небе, чем на земле. Трудно было совместить графики. Угу. Она рассказывала вам про своего мужа? Да. Крайне нелестно о нем отзывалась. Она просила посоветовать ей толкового адвоката. А для чего? А ее бывший супруг хотел, чтобы сын постоянно проживал с ним. Она же, наоборот, хотела забрать себе. Угу. Валерия рассказывала, что муж ей постоянно угрожал. И чем закончилось это дело? Я дал ей пару надежных адвокатов. Но вот обращалась ли она к ним, я не знаю. Спасибо за кофе. Пожалуйста. Скажите, где был ваш руководитель 17 и 18 числа? Да, Николай Петрович предупреждал, что вы зайдете. У него была командировка в Казань. Улетел накануне 15 числа и вернулся в Москву 20. Ага. А билеты и бронь отеля сохранились? Конечно. Мы же их проводим через бухгалтерию. Не могли бы распечатать? Минуту. Меня зовут Мила Пятница. Я из полиции. И я дочь следователя Елены Николаевны Поповой. Я вас слушаю. Меня интересует психологический портрет серийного убийцы, который вы составляли в 2004 году. Я мало что помню, а в полиции с тех пор не работаю. Я знаю, что вы составили на мою маму служебную записку, после которой ее отстранили от следствия. Да, это так. В чем заключалась ваша жалоба? Вы устраиваете мне официальный допрос. Я вряд ли могу вам чем-то помочь.
Тогда помогите другим женщинам. Это фотографии Валерии Наумовой. Ее убили 2 недели назад. И я уверена, что это сделал тот же человек, который убил мою маму. В деле Степанова слишком много подтасовок, которые указывают на то, что убийца до сих пор на свободе и продолжает убивать. Помогите его остановить. Почему вы изменили психологический портрет? После первого профайла мне угрожали. Анонимно, но очень серьезно. Угрожали мне, моей жене, моим родителям. Учитывая контекст угроз, я понял, что аноним связан с органами. И что у него обширные возможности. Что от вас требовали? Составить новый психологический профайл, а потом выдавить Лену из дела. Мне пришлось написать на нее служебку. Степанов, который в итоге сознался во всех убийствах, подходил под новый психологический портрет. Он был агрессивен, склонен к жестокости и несколько раз задерживался милицией. Я не знаю, как это объяснить. Но в новом профайле я написал то, что от меня требовало аноним. Получается, он знал, что Степанов придет с повинной. А вы не знаете, кому передали дело после отстранения мамы? Я не знаю. Меня привлекли только для составления профайла. В дальнейшем я не был интересен следствию. А вы помните первый психологический портрет убийцы? Неприметный, спокойный человек, стабильный в жизни. Возможно, у него есть семья и точно есть хорошая работа. Что означают форменные одежды и голубые тени? Он каждый раз воссоздает чей-то образ. Очевидно, женский. Это может быть мать, бабушка, тетка, сестра. Или знакомая, учительница, например. То есть женщина, которая причинила ему какой-то очень серьезный вред, травму. Убивая, он вновь и вновь совершает возмездие. Ну, Ильич, какой ты хитрый, а? Просто... Пап, привет. Здравствуйте. О, привет. Видишь, я спортом занимаюсь. Пойдем, пожалуйста, домой. Мне надо с тобой поговорить. Пап, пожалуйста, пойдем. Я хочу с тобой поговорить про дело, которое я сейчас расследую. Извини. Пап. Да, очень интересно послушать. Я хочу с тобой поговорить про дело, которым я сейчас занимаюсь. Очень интересно. Да? Папа, мы в парке нашли труп девушки, которую усыпили наркозным средством, потом похитили и отравили бытовым газом. Она в костюме стюардессы, на глазах ярко-голубые тени. Ничего не напоминает? Пап, я все знаю. Я встречалась с Жихаревым и Пушницким. Я подробно изучила дело Степанова. Я знаю, что мама пыталась поймать серийного маньяка, но ее убили и посадили невиновного человека. Ты слышишь меня? Да, говори. Если ты хочешь со мной сохранить нормальные отношения, мы должны, наконец, откровенно поговорить о том, как погибла мама. Ты должен мне все рассказать. Хорошо. Thank you.
у нас с Леной, с мамой, была договоренность не обсуждать рабочие вопросы дома. Поэтому про этого маньяка я узнал из газет или от коллег, я не помню, ну, не от мамы. Поначалу это было, ну, дело как дело. А потом Самойлов ее отстранил. Она была вне себя, продолжала разрабатывать какую-то версию, мне ничего не говорила. Вот. А потом уже эта авария. А как она произошла, мама рассказала? Да. Она возвращалась домой с работы поздно. На нее напал неизвестный. Она очнулась уже у него в машине на заднем сиденье. Руки-ноги связаны. Ну, попытался высвободиться, остановить его. В общем, завязалась потасовка. Он потерял управление. Они врезались в столб. Лене тогда в каком-то смысле повезло. Она потеряла сознание. Он подумал, что она мертва, сбежал. Твоя мама была очень ценным свидетелем. Она видела убийцу. Поэтому Самойлов охранял ее, как зеницу ока. А потом вдруг приехал такой радостный, цветущий. О, какие люди. Леночка. Привет, привет. Привет. Лёва. Здравствуй, Лёша. Садись. Садись, садись, да. Шикарная новость. Вижу, тебе гораздо лучше. Мы поймали вашего серийника. Я не узнаю его. Посмотри внимательнее. Его здесь нет. Лен, по твоим словам, он был в балаклаве. Как ты можешь так категорично заявлять, что его тут нет? Он был другого телосложения. Никто из этих не подходит. Кто из них Степанов? Крайний справа. Это не он. Лин, он сам признался, сам. Лёш, это не он. Откуда у тебя это видео? Ну, умудрился кое-как сделать копию. Неофициально, конечно. Его нет в деле. И показаний мамы тоже нет. Разумеется. А что ты хотела? У них же был виновный. А твоя мать только вставляла им палки в колеса. Кроме того, Самойлов убрал охрану. Вот, потому что думал, что маме больше ничего не угрожало. А через неделю после этого она погибла. Ну, и зная обстоятельства ее смерти, ты можешь легко предположить, что... Убил ее тот же серийник. Папа, ты пытался найти убийцу? Ну, я смотрел криминальные сводки. Вот, долгое время ничего похожего не было, но я знал, что он проявится. Вот однажды я увидел вот эту вот новость из Италии. Пожалуйста, вот. Аналогичный случай. И я понял, что он просто уехал из страны и продолжил. 8 убийств по всей Европе.
А сейчас что, он вернулся в Россию? Угу. И намного раньше, чем ты думаешь. Ульяна Пилюк. Угу. Найдена мертвой в Подмосковье в прошлом году. Работала консультантом в магазине, носила униформу. Это еще до Наумовой. И вот когда я это увидел, то я понял, что я не собираюсь больше молчать. Пошел к Самойлову впервые за 18 лет. Здравствуй, Леша. Лёва, сколько лет, сколько зим. Ну, здравствуй. На вот, полюбуйся. Это что? Открывай и читай. Ты вон сосчитай, сколько их. Вместе с Леной будет 15 женщин. И все они могли бы жить, если б не ты. Устроился тут в кабинете, в генеральских погонах. Трус. Прекрати. Что прекрати? Ты должен возобновить это дело. Сколько еще нужно жертв, чтоб ты понял? Генерал, ты хренов. Ну, прекрати орать. Все эти жертвы, смерти этих несчастных женщин, все они на твоей совести. Ты знаешь, что ты... Че... Блин, ты он даже... Ты даже правду, черт бы тебя подрал, вынести не можешь. Че случилось-то? Дай пульс проверю. Господи, тяжело. Тяжело дышать. Нужно. Алло, скорая! Самойлов вышел из больницы и не стал возобновлять расследование. Но, дескать, у меня нет никаких доказательств, кроме вырезок из желтой прессы. И он даже не запрашивал материалы по делу Ульяны Пилюк? Конечно, нет. Скотина трусливая. А откуда у тебя эти материалы? Приятель приятеля работает в тамошнем УВД. Он дал поглядеть. Ты куда? Сейчас. У мамы была такая вещь? Аквила нон каптат мускус. Орел не ловит мух. Своеобразно. Нет, я первый раз вижу. Эту брошь убийца обронил в машине во время ДТП. А потом она исчезла из дела. Как и все другие материалы, которые могли привести к убийце. Хорошо. У этого Еремина алиби. А что со второй и самой очевидной версией, муж Наумовой? Почему его не проверили? Ирина Петровна, так Наумов отсутствовал все это время в городе. Сбежал? Нет, он отвез ребенка родителям в Подмосковье. Я уехал в Беларусь, оттуда он перегоняет машины в Москву. Ирина Петровна, простите, я вчера узнала, что в прошлом году в Подмосковье убили женщину, Ульяну Пилюк. И там почерк такой же, как в случае с Наумовой. Товарищ полковник, возможно, у нас третья жертва. Женщина 29 лет, Евгения Фетисова, пропала вчера в нашем районе в 9 вечера, сотрудница МЧС. Снова форма. Тело нашли? Пока нет, объявлена пропавшей без вести. Есть интересная деталь в показаниях матери. Она говорит, что звонила дочери на мобильный, та уже была в 2-3 минутах ходьбы от дома, но так и не появилась. Была одета в форму сотрудницы МЧС. Розыском пусть займется участковый. Один день — это ни о чем. Ну, а если все-таки предположить, что ее похитил наш серийник? Максим Олегович, а мне ли вам объяснять, как много в Москве за день пропадает людей? Никак нет. Так что с Пилюк, Ирина Петровна? Ну, рано делать выводы. Сначала надо ознакомиться с делом. Однако, пока мы с вами тут занимаемся теорией заговора, возможно, мужа Наумовой придется объявлять в международный розыск. Он же должен был вернуться из поездки этим утром. Найдите, допросите. И чтобы протокол допроса у меня был сегодня же. Есть. Нет, не была. Но звучит заманчиво. Заедешь? Жека! Я тебе перезвоню.
Привет, Вань. Привет, это кто вчера был? То есть? Ну, это твой вчерашний знакомый. Не поняла, что за допрос? Ну, я просто хочу знать, я же имею право на это. По-моему, ты рано заговорил о правах. Ладно, давай обсудим список разрешенных тем. Вань, я не в настроении обсуждать отношения, которых у нас нет. А что у нас есть? О, боже, предупреждал же меня швец. Не послушалась на свою голову. Демин, ты мне никаких обещаний не давал. И я тебе ничего не обещала. Так давай пообещаем. В чем проблема? Не хочу. Почему? Потому что мне не нужны серьезные отношения. Мы с тобой хорошо провели время. И пора остановиться. Значит, все? Да, все. Не грусти. Ты хороший парень. Ну что, закончили? Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Наумов Кирилл Сергеевич. Здрасте. Демин Иван. Полиция. Ну, спрашивайте. Когда вы в последний раз видели свою жену? 8 числа. Она приезжала сына повидать. Быстро вы, без запинки. Феноменальная память на числа. Это день рождения ребенка. У нас был маленький семейный праздник. Почему вы развелись? Тяжело нам было вместе. Я все хотел, чтобы она работу поменяла. Говорил, что это добром не закончится. Оказался прав. То есть вы считаете, что ее убийство как-то связано с ее работой? Не знаю. Но если бы сидела дома и занималась семьей, все было бы нормально. Мать Валерии утверждает, что вы били жену. Чего? Не понял. Что значит бил? Припугнул пару раз, по-мужски, и все. Где вы были 17 числа? Отвез сына к родителям и погнал в Минск. Один. То есть алиби у вас нет? Ну, извините, не подготовился. Не знал, что бывшую жену убивать будут. Это ваша? Да. А зачем вам газовый баллон и респиратор? Ставлю газобаллонное оборудование на тачке, чтобы бензин экономить. А что? Валерию убили бытовым газом. Вам придется со мной проследовать в отделение. Да, получил. Да, я прочитал. Скажите, а это все, что у вас есть по Фетисовой? А, давайте так, если у вас появится еще какая-либо информация, сразу сообщите мне. Хорошо, буду благодарен. Спасибо. До свидания. До свидания. По Фетисовой. Мать-одиночка. Детей двое, 4 и 6 лет. Близкое окружение характеризует Фетисову как инициативную, ответственную, надежную. Она не могла вот просто вот так взять и пропасть. Родители Фетисовой подключили волонтеров, поисковый отряд. Они сейчас прочесывают районы и близлежащую лесополосу. Максим, а ты заметил, что все его жертвы – это одинокие или разведенные женщины с детьми? Еще кое-что. Смотри, точно такой же след, как на форме Фетисовой, есть на лацкане пиджака пилюк и на одежде всех жертв по делу Степанова. Я думаю, что убийца каждый раз на лацкан прикалывает эту брошь своей жертве. Значит, эта вещь очень важна для него. Это значит, что кто-то забрал брошь из хранилища вещдоков и вернул убийце. Я допросил Наумова. Нашел у него респиратор и газовый баллон. Задержал. Алиби? Нет. Ну, Клименко это понравится, но вообще, если мы имеем дело с серийником, то Наумов здесь точно ни при чем. Почему? Ну, потому что серийные убийцы не трогают свою семью. Наоборот. Они прилежные семьянины. Как правило, их родственники не догадываются об их деяниях. Ну, значит, Наумов не виноват.
Вань, ты как? Я? Отлично. Просто обожаю тех, кто нагло тебе врет в лицо с очаровательной улыбкой. Сначала поманит, внушит надежду, а потом... Я же тебе ничего не обещала. И пинком под зад. Мила. Ладно, забыли. Живем дальше. Спасибо. Мила, у нас с тобой есть одно неотложное дело. Ваня, а ты отвлекись от драмы, поработай немного. Нужно перепроверить алиби Еремина. Есть. За мной. А куда мы едем? У меня есть один знакомый фалерист, коллекционер значков, медалей, монет. Абсолютно сдвинутый в хорошем смысле этого слова. Знает все обо всем. Может, про нашу брошь что-нибудь расскажет. Акилла нон каптет мускас. Что-то такое было. Покажите-ка мне ваш рисунок еще раз. Это ведь значок с креплением без фиксатора. Где-то у меня он был тут, в планшете. Я же знаю, что он есть. Вот он, нашел, смотрите. Да? Это он. Максим, это он. Эх, Макс, нашел я, а девичьи вздохи тебе достаются. Расскажите, пожалуйста, про него. Да, конечно. 1983 год. Выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров. В честь юбилея Академии права. И кто стал счастливым обладателем этого значка? Преподаватели, известные выпускники и другие почетные деятели Академии. Значок давали за заслуги перед вузом. Нужно составить список людей, которые получили эту награду в 83-м году. Привет. Привет. Давно ждешь? Да уж, 53 минуты как. Ты на сегодня все? Рабочий день закончен, я не смею вас задерживать. Тогда пойдем? Да. Пока, Максим. Пока, Мила. Угу. Получается, что убийца мамы снова вернулся в город. Ты знаешь, мы вчера ужинали с отцом, говорили о твоей матери. Но он не упомянул об этом деле. Гош, пожалуйста, не обсуждай пока со своим папой наше расследование. Почему? Я думаю, он это не одобрит. Не понял. Ты что, ему не доверяешь? Это зыбкая тема. И все же? Твой отец отстранил мою маму от дела и посадил невиновного Степанова. Это факт. То есть ты считаешь, что он отмазал... Настоящего преступника? Зачем? Я ничего не считаю. Я пока вообще не понимаю его роль в этом деле. Прости, я не хочу... Я не хочу настраивать тебя против отца, и... Я думаю, что тебе лучше пока не помогать мне дальше с расследованием. Хорошо. Но ведь на этом наши встречи не прекратятся? Гош, я люблю другого человека, прости. Ты слишком ветреная. Вторая влюбленность за 15 лет. Привет. Привет. Новости есть? Бросила Гошу. Да ты что? Угу. Бедный парень. Да. Слушай, ну я надеюсь, что это не из-за меня с Лешей, а? Гоша тут при чем? Нет, не из-за тебя, папа. Ну ладно тогда. Собственно, что я лезу, да? Как продвигается дело Наумовой? Что говорит ваш Клименко? Клименко? Клименко говорит, что виноват муж. Почему ваш? Ваша.
Подожди, в смысле, а разве это не Клименко Валерий Геннадьевич? Нет, Клименко Ирина Петровна. Чего? Ничего. Че, ее знаешь? Да, я думал, что это Валера у вас в начальниках. Оказывается, это жена его. Конечно, знаю. Она училась курса на два младше нас, да. Валерка-то мой однокурсник. Потом где-то на четвертом курсе они поженились, а на пятом уже развелись, кстати. Алло. Мила, привет. Да, Максим Олегович. Опять выкаешь? Максим, прости. Занята? Нет. По броши с латинизмом. Я связался с бывшей замректора Академии права, Бирюковой Екатериной Максимовной. Она готова рассказать про тех, кто ее получил. Назначили встречу сегодня вечером. Я с тобой заеду. Хорошо. Спасибо. Это памятный знак. Ну, конечно, это не деньги, не медали и не кубок, а просто значок. Можно посмотреть? Спасибо. Я аккуратно. Но люди, для которых Академия была дорога, они очень ценили этот наш знак отличия. А может быть, у вас в архивах остался поименный список тех, кто получал эту брошь? Нет, поименный список мы вряд ли найдем. Но у нас есть фотографии. Можно посмотреть? Спасибо. Извините. А вот это кто? Кто именно? Туманова Алевтина Дмитриевна. Светоч нашего вуза. Профессор. И одно время была прокурором. Ты видишь? Да, я вижу. Алевтина Дмитриевна на многих производила такое гипнотическое впечатление. Скажите, она жива? Скончалась в самом расцвете сил. 37 лет назад уже. И это была большая потеря для вуза. Она буквально жила на работе. И ей даже пришлось сдать детей в интернат. А она была замужем? Овдовела в 35. Двоих детишек, мальчика и девочку, отдала в интернат. Но интернат был хороший, элитный. И дети после него поступали в самые лучшие заведения. Простите, вы не против, я сделаю копию фотографий? Можно? Перепроверил алиби Еремина. В целом подтвердилось, но есть детали. Он действительно был в Казани и заселился в отель. Но дату отъезда его уже не было. Равно к его вещей. Он мог выехать из отеля раньше. Ваня, прошу тебя, проверь его биографию. Где родился, учился, кто родители, семейное положение, приводы в милицию, все. Уже. Родился в Москве, учился в юридическом. Но есть любопытный нюанс. Еремин не всегда был Еремин. В 18 лет он поменял фамилию. Раньше его звали Николай Туман. Это он. Ваня, к Еремину. Сейчас ребят в офис и еще двоих на квартиру отправляй быстро. Проходите, пожалуйста. Давайте. Что, работаем? Давай. Шкафов. Вы давно видели вашего руководителя? В четверг. Он должен был вернуться в воскресенье, но не приехал, и телефон его не отвечает. Такое же раньше случалось? Честно говоря, не припомню такого. Акуила non captat muscas. Мы предполагаем, что Степанов в преступлениях, в которых он сознался, виновен не был. Настоящий убийца покинул страну, долгие годы жил в Европе, где продолжал убивать, а недавно вернулся в Москву. Также мы считаем, что убийства в прошлом и смерти Ульяны Пилюк и Валерии Наумовой связаны. И на роль маньяка вы записали этого Еремина? Коллеги, вы за уши пытаетесь притянуть этого подозреваемого к делу. И выглядит это очень, ну, мягко говоря, непрофессионально.
Ну, а что вас смущает, Ирина Петровна? Объясню. По старому делу убийца дал признательные показания. Кто в своем уме будет признаваться в серии убийств? По новым делам. По убийству этой Пилюк. Я изучила дело, наши коллеги прорабатывают ее брата. По Наумовой. У ее мужа нет алиби. И есть орудие убийства. Но он вам почему-то не нравится. Не нравится. Да, пап. Почему тебя интересует девичья фамилия? Клименко. Туманова она. А что такое? Она потомственный юрист. Мать у нее вообще была прокурором. Брат тоже, кажется, учился. На юридическом. Вроде Коля его зовут. Мила, вы здесь? Что за неуважение? Я прошу впредь отключать телефоны во время совещания. Ирина Петровна, скажите, пожалуйста, где сейчас находится ваш брат Туманов Николай? Петровна Клименко, вы обвиняетесь по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по статье 33 УК РФ «Соучастие в преступлении». Используя служебное положение с 2004 года и по настоящее время, вы осознанно помогали своему брату Еремину Николаю Петровичу скрывать преступление, совершенное по статье 105 УК РФ, то есть убийство. Вы признаете свою вину? Да, признаю. Где сейчас находится ваш брат? Я не знаю. В настоящее время в его руках новая жертва. Евгения Фетисова. Мы еще можем ее спасти. Ты знаешь, что мы рано или поздно его найдем. Без тебя он обязательно где-то проколется. Сейчас в твоих руках жизнь захваченной им женщины. Вы предлагаете мне выбирать между родным братом и незнакомой мне женщиной? Я понимаю, что ты любишь брата, Ира. Уверен, что тебе было очень непросто все эти годы спасать Николая от правосудия. Это был единственный выход. Расскажи все с самого начала. Без палки. Посмотри! Посмотри, что ты наделал! Пойдем. Лучше бы я тебя вообще не рожала. Так, будешь сидеть здесь, пока я не приду. И чтобы я ни звука не слышала. Понял? А ты даже не смей вмешиваться. Иначе получишь... Стой, мне страшно, не уходи.
не плачь. Я тебя очень сильно люблю. Я всегда тебя буду защищать. А как ты объяснишь один и тот же сценарий убийства? Бытовой газ, униформа, голубые тени. Коля повторяет тот день, когда нашел маму мертвой. Что произошло? Несчастный случай. Мать работала в доме, потом долго не могла заснуть и приняла снотворное. И заснула прямо в кресле. А на кухне не выключила газ. Нашел ее Коля утром. Он тогда гостил у нее, она забрала его на выходные из интерната. Ему тогда было 15. После смерти мамы Коля условно освободился. Его перестали мучить кошмары и приступы паники. Он учился, смеялся, строил планы. Потом у Коли появилась девушка. Приехала в Москву из глубинки. У нее был ребенок. Она оставила его с родителями. В Москве работала официанткой. А затем он перестал говорить о ней. Я спросила, что случилось. И тогда он мне рассказал, что она плохая мать и калечит жизнь своему ребенку. Он говорил, что должен был наказать ее. И ты решила не выдавать его. Расскажи-ка о твоей роли в деле Елены Поповой. Я должна была добиться отстранения Поповой от дела. Ты надавила на Пушницкого, чтобы он написал служебную жалобу. А затем ты мне сам передал расследование. Ты подкупила Степанова. Ему нужны были деньги, чтобы вылечить жену. Он был готов на все. Однако Попова никак не могла успокоиться. Я решила убрать ее. Что произошло после того, как Николай убил Лену? Елену Попову. Я внесла некоторые изменения в материалы дела. Убрала все, что могло связывать его со смертью Поповой. И сделала это в обмен на то, что Николай должен навсегда уехать из страны. Он уехал и продолжил убивать за границей. Но когда и там стало оставаться опасно, он вернулся в Москву. И снова. Я больше не могу тебя прикрывать. Хорошо, не надо. Нас обоих посадят, ты это понимаешь? Ира, я должен спасать детей. Мы были такие же, вспомни. Эти эгоистичные твари ломают им жизни. Нужно их убирать и наказывать по заслугам. Остановись! Сестренка, успокойся. Мы все делаем правильно. Столько сможем, столько и будем продолжать.
Я устала от двойной жизни. Мне нужна тишина и покой. Ира, скажи, где он? Просто скажи, где он? Я смогу попрощаться с братом? Да. В Алексеевке. Там жили бабушка с дедушкой по линии мамы. Девушка спасена. Объект задержан. Скольких женщин вы убили? 16. Они все были плохими матерями? Все. Что для вас плохая мать? Не понимаю сути вопроса. По каким критериям вы выбирали своих жертв? Что для вас плохая мать? Мать, которая калечит жизнь своему ребенку, спихивает на родственников, издевается, пользуется своей властью. Мать, которая должна была сделать аборт, а не рожать. Так же, как ваша мать должна была сделать аборт, чтобы не родились вы? Я родился, чтобы спасать других. То есть вы спасали детей от их плохих матерей? Угу. Вы убили мою мать. Елену Николаевну Попову. Она была лучшей мамой на свете. И очень сильно меня любила. Это была необходимость, она мне мешала. Вы не спасатель. Вы убийца. Нет. Все эти женщины, они были недостойны. Они мучили своих детей, унижали. Я должен был убить их. Все ваши жертвы были матерями-одиночками. И после их смерти 20 детей попали в детский дом. Но вы об этом не знаете, потому что вам наплевать. Вам наплевать на тех, кого вы спасаете. А еще вы искалечили и изуродовали жизнь своей старшей сестры. Вы заурядный маньяк. Обычный серийный убийца, пользующийся своей старшей сестрой эгоист. Уведите меня! Я отказываюсь говорить. Ничтожество. Уведите меня! Мила, дальше я. Алексей Егорович, вызывали? Проходи. Надо поговорить.
Вы знали? Мы с Ирой Клименко работали много лет. Я абсолютно ей доверял. Я клянусь тебе, я не знал, что она покрывает Еремина. После явки с повинной Степана убийства прекратились. А все эти зарубежные эпизоды... Я был уверен, что твой отец ошибается. Мне очень жаль, что так случилось с твоей мамой. Алексей Егорович, разрешите идти? Иди. Подожди. Я хочу, чтобы ты знала. Я подаю в отставку. Прости. Прости. У меня нет больше сил. Ира, я не виню тебя. Я многое уже успел. И даже больше. Чай. Поставь и иди к себе. Я что, неясно сказала? Вот все закончилось. Так пусто внутри. Я тобой восхищаюсь и очень горжусь. Да? Ты большая молодец. И я очень рад, что ты остаешься в отделе. Ты же остаешься в отделе? Ну, куда я теперь? И я должен сознаться. Когда ты только появилась, я был настроен очень скептически. Юная барышня с старомодными идеалами, немножко не от мира сего. Что она вообще может расследовать? А я думала, что ты самовлюбленный мачо. Я самовлюбленный? Угу. Теперь вижу, что ошибалась. Я не мачо. Ты не самовлюбленный. Ты очень хороший. Ты проиграл мне желание.
придумала какое? Оно только что исполнилось.